Каватина Кончаковны из оперы «Бородина», «Князь Игорь». Thank you.
Сейчас мы вам предложим сцену из оперы Чайковского «Чародейка». Это сцена князя и княгини. О нашем сыне.
не речь вели мы с ним о Юре, о свадьбе. В совете дело это нам с тобой обдумать строго надо. О сыне тебе забота. Как то слова твои мне взять? Тебе не трудно. Что за вздор? Не вздор, а стыдит мой позор. И страшный грех забыл ты совесть, семью свою и честь забыл. Ты там за Волгой пропадаешь, гуляешь с пьяной бабой ты. С какой там бабой? О чем ты мелешь? Зачем притворствовать напрасно? Да и тебе ли, князь, хитрить? И как с твоим горячим нравом обманно правду утаить? Не полно, полно! Досадила. Не стой, про то, что с нею было, я знаю, знаю хорошо. Любезный друг любимой бабы, учищен был ты ею много. Довольно, князь, довольно. Отныне к ней, чтоб ни ногой, ни то. Так вот, чем вздумала грозить, а то, что можно обредить, в кукольный монашеский тебя смирение ради позабыла. Меня в кукольный? Да место пики его надеть не хочешь ты. И не хочу, и не надену. Я келью для тебя сыщу, строптивым размерять молитвой. Твоя замаря тебя смогла. Замолчи! Опять же, подчиняясь законам хронологии, мы переступаем в 20 век, вернее, в его вторую половину, уже ближе к нам, и хотим исполнить произведение выдающегося советского, российского, международного, мирового композитора Родиона Щедрина «Не только любовь». Знаменитые частушки Варвары. Прошу.